3 июля 1944 года в ходе операции «Багратион» советские войска освободили Минск от вражеских захватчиков. В эту дату празднуется День независимости Республики Беларусь. Минская операция началась 29 июня, когда войска 1-го и 3-го белорусских фронтов нанесли удар по фашистам. Далее, совместно с войсками 2-го белорусского фронта, было завершено окружение Минска. Весомую помощь оказали белорусские партизаны. Они устраивали засады на путях отступления немецких сил, громили штабы, уничтожали мосты и переправы. 3 июля советские танкисты ворвались в город. Вскоре было завершено окружение основных сил 4-й германской армии, а это 105 тысяч немцев. Что было в городе в первые часы его освобождения? Жители Минска встречали своих освободителей с цветами. На улицах играла музыка. И хотя город был изранен, многие его дома были объяты пламенем. Минск пел, и у всех на лицах сияло выражение счастья. 7 июля. 7 июля 1770 года русский флот одержал над турецким флотом триумфальную победу в Чесменском морском сражении. 18 век стал веком постоянных столкновений между Российской и Османской империей. Интересы Петербурга и Стамбула пересекались на Балканах, Закавказье, в Крыму и даже Польше. Для поддержки национально-освободительного движения в Греции и дестабилизации ситуации внутри Османской империи была организована Марийская экспедиция, общее руководство которой осуществлял граф Алексей Орлов, а это освобождение православного люда от турецкого порабощения. Трудный путь начался 6 августа 1769 года. Российская эскадра под руководством Григория Спиридова вышла в море. По пути исследования российская эскадра понесла огромные потери в живой силе и технике. Многие корабли попали в шторм, матросы умирали от болезни. Получив подкрепление, она прибыла на место сражения. В состав русской эскадры входило 9 линейных кораблей различной вооруженности, бомбардирский корабль, 3 фрегата и несколько малых судов, игравшие вспомогательные роли. Общее число экипажей составляло около 6500 человек. Турецкий флот Капудан Паши, Ибрагима Хусаидина, Хасан Паши и Кафир Бея был куда более внушительным. 16 линейных кораблей, 6 фрегатов, 19 галер и шебек и 32 вспомогательных судна с 15 тысячами человек на борту. Однако турецкие матросы существенно уступали русским морякам в выучке. Первоначально бой начался 5 июля 1770 года в Хиосском заливе. Турки после первых столкновений приняли решение отступить в Чесменскую бухту, где против русских кораблей могла быть использована береговая артиллерия. Российские моряки предприняли отвлекающие маневры, в результате которых к 8 утра 7 июля все было кончено. Османская империя разом лишилась большей части флота. Погибло 15 линейных кораблей, 6 фрегатов, 1 линейный корабль и 5 галер были захвачены. Эта блестящая победа стала настоящей школой русского морского боя, мощь которого еще предстояло узнать. В память об этой битве для русских моряков была отчеканена памятная медаль, на которой изображалась одна из сцен гибели турецкого флота. Кроме места и даты битвы, на медали было всего одно слово – «Бель». Имелось в виду – был турецкий флот, а нет теперь. Десятое июля. 1709 года русская армия под командованием Петра I одержала победу над шведскими войсками в Полтавском сражении. Весной 1708 года Карл XII вторгся в передел России. С ним было 24 тысячи пехоты и 20 тысяч конницы. Это были отборные, прекрасно знавшие свое дело воины. Шведский король вначале намеревался идти на Москву через Смоленск, но это направление было прикрыто сильной армией во главе с Борисом Шереметьевым. Карл XII свернул на юг и пошел на Украину. Он состоял в тайной переписке с украинским гетьманом Иваном Мазепой.
Многие казачьи старшины были недовольны положением Украины в составе России. Они считали, что вольности малороссийских шляхтичей урезаны. Иван Мазепа мечтал об Украине вассальной Швеции. Карлу XII Мазепа обещал огромную поддержку. В момент шведского вторжения положение для России складывалось неблагоприятно. На Дону и за Волгой был двойной мятеж. Бунтовали казаки Булавина и Башкиры. С севера, из Прибалтики, на помощь Карлу XII спешил генерал Левингаупт с 16-тысячным войском и 8 000 подвод, которые везли 3-месячный запас продовольствия для шведской армии, пушки и порох. Из Финляндии двигался другой шведский полководец Любинер с 14-тысячным отрядом. Ему было предписано владеть Петербургом и Новгородом. Но все случилось не по сценарию Карла. Донских казаков подавили, Любинера отбросили обратно в Финляндию. Продовольственные склады Батурине, созданные Мазепой для Карла XII, захватила русская армия. Планы втянуть в войну с Россией Турцию и крымских татар успеха не имели. В марте 1709 года Карлу XII пришла новая подмога из Запорожской сечи. Отряд 8 000 всадников с кошевым атаманом Горденко. Александр Меньшиков, узнав о том, двинул свои полки за Днепровские пороги. 14 мая 1709 года они взяли Запорожскую сечь, и она была уничтожена. Карл XII осадил тем временем Полтаву. Ее защищал отряд полковника Келлина. Шведы пытались штурмовать город, но безуспешно. На выручку Полтавы поспешил Меньшиков. Через месяц подошел Шереметьев, потом и сам Петр. У села Крутой берег, что на противоположном Полтаве берегу реки Ворсклы, собрались главные силы российской армии. Генеральное сражение, во многом решавшее судьбу всей Северной войны, состоялось 27 июня 1709 года. Командование российскими войсками было поручено 3 военачальникам. Конница отдавалась Меньшикову, пехота Шереметьеву, артиллерия Брюсу. Общее руководство осуществлял сам Петр I. Сражение шло 2 часа. Шведы бились, как всегда, храбро, но и российские солдаты были уже не теми, что под Нарвой в 1700 году. Российские пушки своим огнем косили ряды неприятеля. Карлу нечего было противопоставить нашей артиллерии. На огонь 102 русских пушек могли отвечать только 39 небольших походных шведских пушек. Шведские и русские монархи непосредственно участвовали в битве. Петр вел свои войска в атаку. Шведские пули прострелили седло царя и шляпу. Карл, раненый в ногу еще до Полтавского боя, велел носить себя в носилках перед шведскими рядами. В самый решающий момент сражения русское ядро попало в повозку Карла, и король был выброшен на землю. Его солдаты подумали, что Карл убит. В этот момент они уже дрогнули и бежали. Карл XII повелел поднять себя на скрещенных копьях и взывал к войску: «Шведы, шведы!», но никто уже не слушал своего короля. На поле битвы лежали свыше 8 000 убитых шведов. 3 000 сдались в плен, остальные с Карлом XII и Мазепой отступали в Переволочни. В итоге сражения 10 июля 1709 года шведская армия на Украине перестала существовать. Карл XII и Мазепа укрылись в турецких пределах в молдавском городе Бендеры. Мазепа так и закончил свои дни в Турции. Карл XII вернулся в Швецию и продолжил борьбу с Россией. Петр же после битвы пировал в палатках со своим офицерством и с пленными шведскими генералитетом. За столом терпел за здоровье шведов и назвал их своими учителями. Позже пышно отпраздновал Полтавскую победу в Москве с парадом войск и
салюта. 12 июля. 12 июля 1943 года под Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение между советской и германской армиями. Непосредственное командование танковыми соединениями во время сражения осуществляли генерал-лейтенант Павел Ротмистров с советской стороны и группенфюрер СС Пауль Хаусер с немецкой. Ни одной из сторон не удалось достичь целей, поставленных на 12 июля. Немцам не удалось захватить Прохоровку, прорвать оборону советских войск и выйти на оперативный простор. А советским войскам не удалось окружить группировку противника. Сражение под Прохоровкой с обеих сторон участвовало до 1200 танков и самоходных орудий. Советские танковые части стремились вести ближний бой, броня к броне, поскольку дистанция поражения орудия Т-34 была не более 800 метров, а у остальных танков еще меньше, тогда как пушки «Тигров» и «Фердинандов» поражали наши бронемашины с расстояния 2000 метров. При сближении наши танкисты несли большие потери. В этом сражении советские войска потеряли 500 танков из 800. Немцы потеряли 300 танков из 400. Для них это была катастрофа. Теперь самая мощная ударная группировка немцев была обескровлена. На всех участках развернувшегося грандиозного сражения под Прохоровкой воины 5-й гвардейской танковой армии проявили мужество и стойкость. 13 июля. 13 июля 1944 года в ходе операции «Багратион» советские войска освободили Вильнюс от немецко-фашистских захватчиков. Сплошного фронта обороны противник на вильнюсском направлении не имел и оказывал противодействие лишь отдельными подошедшими соединениями и остатками разбитых частей. Немецкое командование пыталось остановить продвижение советских войск на заранее подготовленном рубеже Даугавпилс-Вильнюс-Лида, где сосредотачивало отступавшие части 3-й танковой и 4-й полевой армии группы армий «Центр». 5 июля 3-й Белорусский фронт начал наступление сходу, без перегруппировки сил. 7 июля соединение 5-й гвардейской танковой армии, командующий Ротмистров, и 3-го гвардейского механизированного корпуса, командующий Обухов, подошли к городу и начали обходить его с юга и запада. 9 июля город был полностью окружен. Противник, усиленный воздушным десантом, безуспешно пытался прорвать кольцо окружения. 10 июля советские части освободили всю северную часть Вильнюса и вступили в старый город. После штурма последних очагов сопротивления 13 июля 1944 года Вильнюс был полностью освобожден. В боях за город было уничтожено около 8 тысяч и взято в плен около 5 тысяч германских солдат и офицеров. Захвачено 156 орудий, много танков, автомашин и другой военной техники, а также оружие и боеприпасы. 20 наиболее отличившихся в боях частей и соединений фронта удостоены почетного наименования «Виленский». 15 июля 1410 года русские войска и их союзники одержали победу над немецкими рыцарями в Грюнвальдской битве. Летом 1410 года на Висле польский король Ягайло соединился с войсками великого князя литовского
Витовтом. К объединенному польско-литовскому войску присоединились славянские, белорусские, украинские, русские отряды из Смоленска, Полоцка, Галича, Киева и других городов, а также чешские отряды во главе с Яном Жишкой и отряд татарской конницы. Конница союзника выстроилась в три линии. На правом фланге развернулись русско-литовские и татарские отряды под командованием Витовта. Левый фланг прикрывали польские отряды во главе с польским командиром Зиндромом. По фронту развернулась союзная артиллерия. Пехота прикрывала обоз в тылу. В бою при Грюнвальде у крестоносцев было 51 знамя, в состав которых входило 22 народности с преобладанием немецких феодалов. Войско союзников имело меньшую разнородность национального состава. Польско-литовское войско имело около 16-17 тысяч человек, но в это число входили плохо вооруженные литовцы и малонадежная татарская конница. Союзники превосходили тевтовцев своей численностью. Преимущества тевтонцев заключались в дисциплине, боевой подготовке и снабжении. Крестоносцы уступали славянам в отношении однородности и воодушевления. Утром 15 июля войско крестоносцев, выстроившись в боевом порядке, стали на поле между поселениями Таненберг и Грюнвальд. Между тем, войска союзников не торопились начинать битву, не выдвигаясь пока вперед из окружавших долину лесов. В этот момент к Ягайле и Витовту явились геральды с необычным заявлением. «Светлейший король, великий магистр Пруссии Ульрих шлет тебе и твоему брату два меча, как поощрение предстоящей битве, чтобы ты с ними и со своим войском незамедлительно и с большей отвагой, чем ты выказываешь, вступил в бой и не таился дольше, затягивая сражение и отсиживая среди лесов и рощ. Если ты считаешь поле тесным и узким для развертывания твоего строя, то магистр Пруссии Ульрих готов отступить, сколько ты хочешь, от ровного поля, занятого его войском». И вслед за появлением геральдов крестоносцы действительно отошли назад. По правилам войны, принятым в то время, это был вызов, граничащий с оскорблением, за которым должно было по логике событий последовать немедленное выступление союзных войск против армии крестоносцев. Так и произошло. По согласному свидетельству источников, первыми начали сражение войска Великого княжества Литовского. Им и пришлось узнать, что скрывалось за рыцарским вызовом магистра. На будущем поле битвы крестоносцы накопали ям и прикрыли их землей, чтобы в них падали люди и кони. Таким образом, уже в первой фазе битвы крестоносцы с помощью вероломства нанесли существенный вред левому крылу союзников. Это сказалось на дальнейшем ходе сражения. Под натиском крестоносцев, к которым подошли свежие силы, левое крыло союзников стало отступать и, наконец, обратилось в бегство. По другим источникам известно, что, нарушив боевой строй, прусская армия, а именно тяжелая рыцарская конница, сошла с поля в болотистую местность, где все преимущества были на стороне привыкших действовать в таких условиях литовцев и белорусов. Это имело большое значение для общего исхода сражения. Армия ордена практически перестала существовать. Большая ее часть была уничтожена. Значительное число воинов попало в плен. В битве погибли или попали в плен не только все главные чины ордена. Поражение было сокрушительным. От нанесенного удара орден так и не смог оправиться.
Битва под Грюнвальдом – символ мужества и героизма в борьбе за родную землю против иноземных захватчиков, но и как свидетельство того, что когда народы объединяются, чтобы общими силами дать отпор агрессору, отстоять свою свободу и независимость, они добиваются победы. 18 июля. 18 июля 1770 года. Сражение при Ларгем. После победы в сражении у Рябой могилы 17 июня 1770 года первая русская армия, 38 тысяч человек при 115 орудиях, под командованием генерала-аншефа Петра Александровича Румянцева продолжала наступление в южном направлении, пытаясь выйти к нижнему течению реки Дунай и окончательно разгромить турецкую армию. 18 июля 1770 года между реками Ларга, ныне Молдавия, близ границы с Румынией, и Бабий-Кул разведка обнаружила авангард армии противника, войска крымского хана Каплан-Гирея, а это 65 тысяч татар, 15 тысяч турок при 33 орудиях. Командующий русской армией Румянцев атаковал противника. С фронта же позиции противника атаковал корпус генерал-поручика Племянникова. Другие русские корпуса переправились через Ларгу за селением Кысть и нанесли удар по флангам войск Каплан-Гирея. Румянцев построил свои войска несколько каре и между ними расположил артиллерию. Каждое каре действовало самостоятельно. Русские сразу же потеснили численные превосходящие силы противника и к 12 часам дня совершенно разгромили его. Потеряв более 1000 человек убитыми и до 2000 человек пленными, а также всю артиллерию и обоз, Каплан-Гирей отступил на соединение с главной турецкой армией, стоявшей у Исакчи. Русские войска в сражении на реке Ларге потеряли около 100 человек убитыми и ранеными. Битва обернулась трагической победой для России. Были захвачены 33 турецких орудия и обширный вражеский лагерь. За этот успех Петр Александрович Румянцев был награжден орденом Святого Георгия первой степени. 23 июля. 23 июля 1240 года русские воины под командованием князя Александра Ярославича одержали победу над шведами в Невской битве. Целью вторжения шведов был захват устья реки Невы, что давало возможность овладеть важнейшим участком пути из Варяг в греки, находившимся под контролем Великого Новгорода. Первыми открытый удар по новгородским владениям нанесли шведы. Они придали походу крестовый характер. В начале июля флот шведского короля Эрика Леспи направился к русским берегам. Во главе королевского войска стояли ярл Ульф Фасси и зять короля ярл Биргер. Еще на входе в него их шнеки были замечены местными ижорскими дозорщиками. Ижорский старейшина Пелгуси тут же дал знать Новгород о появлении противника и позднее сообщал Александру о месте пребывания и количестве шведов. В день сражения 19-летний князь Александр Ярославич, стоящий во главе дружины переяславцев с высоты своего боевого коня, сумел высмотреть королевича Биргера, защищенного мечами нескольких рыцарей. Русский ротоборец направил своего коня прямо на вражеского предводителя. То был рыцарский поединок двух полководцев средневековья, от исхода которого зависело очень многое. Русские воины почти никогда не носили шлемов с забралами, оставляя лицо и глаза неприкрытыми. Только вертикальная стальная стрела предохраняла лицо от удара мечом или копьем. В рукопашном бою это давало большое преимущество, поскольку воин лучше видел поле битвы и своего противника. В таком шлеме бился на Невских берегах и князь Александр Ярославич. Умело отбив удар Биргера тяжелым копьем, новгородский князь изловчился и метко ударил своим копьем смотровую щель
опущенного забрала шлема Бергера. Острие копья вонзилось в лицо, и кровь стала заливать ему лицо, глаза. Шведский полководец покачнулся в седле от удара, но на коне удержался. Слуги Бергера не дали русскому князю повторить удар. Они отбили тяжелораненого хозяина. Рыцари-крестоносцы вновь сомкнули строй у златоверхого шатра, и рукопашные схватки здесь продолжились. Бергера поспешили унести на Шнек. Королевское войско осталось без предводителя. Ни ярл Ульф Фаси, ни католические епископы в рыцарских доспехах не могли заменить его. Сражение продолжалось до темноты, и только она позволила спастись остаткам шведского войска Бергера. Князь Александр Ярославич за проявленное в битве искусство и мужество был прозван Александром Невским.